спрос на нефтегазовое оборудование может вырасти до 30 миллиардов долларов. Такую оценку сделали эксперты на третьем форуме машиностроителей. Потребность может увеличиться после возобновления работ на месторождении Кашаган и реализации проекта Тенгиш Евройл. В настоящее время объем производства нефтегазового оборудования составляет чуть больше 8 миллионов тенге. Как освоить этот рынок, и как раз и решают эксперты на сегодняшнем форуме. Один из вариантов – привлечь иностранных партнеров и вместе с ними вести работу по выпуску конкурентоспособного нефтегазового оборудования. В течение 2 дней участники форума разработают план действий по развитию этой отрасли и внесут на рассмотрение в правительство. 100 предприятий, они как бы сами себя идентифицируют, что их специализация, ну, порядка 60-70% связана с нефтегазовым сектором. Но тут тоже надо понимать, что мы сегодня все работаем в условиях рыночной экономики. И если завтра рыночная ситуация изменится, то предприятия начнут перестраивать свою работу и будут больше работать на горно-металлургический комплекс или там на сельхозпотребности и так далее.